Энергомаш здесь разрабатывают и производят мощные ракетные двигатели. Работа на производстве автоматизирована. Это предприятие «Химок» известно во всем мире. Накануне успехи «Энергомаша» отметили и на пресс-конференции по инвестиционным итогам Московской области за прошлый год. Компания «Энергомаш» закончила очень существенную автоматизацию и модернизацию. Вот это компания, которая является лидером в цифровизации своих производств. Там очень активный директор и их практики по внедрению как раз цифрового иного производства, на наш взгляд, являются одними из самых важных. На пресс-конференции обсудили крупные инвестпроекты региона. В 2018-м общий объем вложений в экономику Московской области составил больше 800 миллиардов рублей. В Подмосковье активно развивают промышленность. В Химках, к примеру, ведут строительство завода по производству автомобилей японского автоконцерна. В настоящий момент идут земляные работы, и с начала лета японцы должны начать строить уже корпуса для создания завода по производству малых грузовиков на территории городского округа Химки. Есть идеи для долгосрочных проектов – развитие инфраструктуры аэропорта Шереметьево, соответственно, рост числа рабочих мест. В планах привлечь до 35 тысяч новых специалистов.